Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые партнеры, уважаемые дамы и господа. Не прошло и двух месяцев, как компания DSSL распахнула объятия на второй крупной выставке, посвященной системам безопасности и видеонаблюдения. Ни для кого не секрет, что полтора месяца назад мы выступили, прекрасно выступили на Дубае, на выставке Интерсек, и имеем очень хорошие контакты. Кроме Дубая, кроме ближневосточного рынка, мы стабильно развиваемся в Европе, в Турции, в странах бывшего Союза. Это Азербайджан, Армения, Грузия. Сейчас, значит, на данный момент мы поставили себе стратегическими целями развитие охват Европы и всего Ближнего Востока. Профессиональная команда и профессиональная компания работает по крупным, большим, широкомасштабируемым проектам. Такие проекты мы имеем не только в России. На данный момент также мы имеем такого рода объекты за рубежом. Дорогие друзья, мы очень хотим плотно работать с вами, решать с вами большие крупные задачи благодаря нашим решениям. Начиная от камеры, заканчивая регистраторами, ВМС, аналитическими модулями, вертикальными решениями и облаком. Трассир Клауд. Все эти решения ждут вас, ждут нас. Давайте развиваться.